На удивление я нашел, как вызывать наемников. У меня три наемника, и я могу, короче, вызвать их, оказывается, нажав на камеру. И это прям классно. Вот, я могу просто сюда вот вызвать наемников и проходить с наемниками. Слушайте, это очень удобно. То есть могу Херка позвать, типа, Херк, братанчик, приезжай на свои каварелии. Будет классный замес вообще. И будет замес. Слушайте, я буду это использовать, мне это интересно. Просто, правда, нажимать все время на Z, но это как бы такое себе. Ну, я хочу это попробовать, мне это будет прям новинка, будет интересно. А опять заложники, 25, да я хочу просто уже поиграть. Почему у меня заложники постоянно? А, ну, потому что я эту миссию взял, да, отлично. Где все заложники? Так, сразу определим. Якустик. Так, раз. А. Ага, раз. Давай, отмечайся. Отлично. Ага. Да я тебя вижу там, алё. Вот с того и начнем убивать. Ладно, три есть, как бы. По банку уже может. Тебе не уйти! Все. Все живы? Пожалуйста, развяжи нас. Ой, простите, давайте развяжу вас. Вот, я не знаю, что вас нужно. Прошу, возьми. Спасибо. Ты как? Давайте я тоже это развяжу. Это все, что есть. Да не возьми, нужны прошу. Мне деньги, блин. Я вас спасаю, потому что мне... Это все, как что бы, у меня карму есть. Нужно возьми. Сделать. Спасибо. Не, ну просто потому что, ну, надо спасать людей. Ухрен вас отнимают все, понимаешь ли? А зачем мне платить за это? Я просто, блин, это ужас. Вот если такой в реальной жизни произошел, мне срок деньги. Спасибо за помощь, Аджай. Они похищают людей и используют их как рабов. Вообще ужас. Спаси всех, кого сможешь. Конечно, я буду это спасать. Ты что, собака? Ты хорошая собака? Блять, ты плохая собака! Сука! Еще одна! Ты вообще собака? Дикая собака. Это не волк, это реально дикая собака, это лиса, хер пойми, что ты гавкаешь? Что, блядь, сейчас произошло? Я думаю, что они добрые. Ай, блядь. Ой, извиняюсь. Ну ладно, шкура мне уже понадобится, царям бы. А типа, вот я сейчас вот так вот сделаю изготовление. Слушайте, это нет, это не шакалы, ребят, это реально дикая собака. А что мне даст эта дикая собака, я правда не понимаю. Бля, реально дикая собака. Дикая собака это что? Дикая собака. Ой, что здесь происходит? А, это дерево. Обычно мне нужно, а это наше. А, мы уже здесь были, точно. Мы с самого начала здесь были уже. Здесь я помню, ходил, лутался, когда мне было мало денег еще. Так, хорошо, окей. Куда нам, в общем-то, нужно? Фига. Собал, ну ты прям... Даешь, как до тебя доехать? О, кстати, метки появились. В четвертой части уже появились метки, как GTA 5, чтобы можно было поехать по дорожке и не заблудиться. Очень удобная фича, я считаю, что... Ну, нет, необходимо просто таких игр. Все, я буду наслаждаться историей по автомату, по тесту. Вот есть... Слушайте, а если я вот буду сам ехать... Мне надо свой. А, мне. Тут здесь говно. Проехать не может. Просто вот так проехать нельзя было, вот так. Что-то не может. Дальше сможешь. Слушайте, это кармическое задание, это карма. Если это карма, то придется прийти. Стреляют, блин. Так,
можешь туда забраться? Что, эта хрень летает? Вверх, пробел. Офигеть! Стрельба! Вау! Вау! Почему я раньше не использовал? Тут здесь долететь можно до чего угодно, абсолютно, просто до любой машинки, просто доверху долететь и все. Слушайте, это имба. Это имба, реально скажу, честно, это имба. Так сделать, это просто, просто имба. Ну это офигенно. Очень классно. Ну что так, да? Вызов на цел, вызов наемник у меня есть. Вау. А, это как спуститься я. А, на С. Нет, на В у меня вызов, наверное, на М. На вот М. А, я смог сесть, слушайте, реально имба, и ничего не нужно, просто буду делать вот так, и всё, капец, изи гейм, просто обеспечено сразу, 2.17, вот я понял, как пушка зафармить тут. Фига, там реально тигр есть. Все, он гонит. Понимаю, не понял. А, внизу теперь, да? А, вижу, он упал просто. Фига себе. Airstrike, это минимум. Где ты? Не вижу. А, не вижу. А, вот вижу. Ладно, да, без проблемчик. Все, вот так. Пропаганду снимать не буду, мне нужно, да. Толкни. И сядь. Не, ну просто имба, ребят, это моё самое любимое вид транспорта в игре. Это и чёрт пока, это просто, просто имба. Пушка. Охлаждение. Тут есть охлаждение? Не, ну, я нахлучаю. Не, слушай, если бы здесь было охлаждение, мы бы слова про то, что здесь давно пилот сразу играл бы, но нет, если бы нет. Просто баг. Ну ладно. Нет, жалко, конечно, но что-то делать. Что реально там слоны всякие. Ужас. Прикольно. Можно не понять. Или что это? А, ну ладно. Старан. Кто же вы? Аутосик, можно показывать? Не, хрен знает, что такое, и что работает. Давай. Ой, я хорошо сел. Ты не упадешь, надеюсь, назад? Прикольная штука. Пропеллеры как ножи могут убить тебя просто. Как и эта хрень. Не знаю, почему так летает вообще. По физике эта хрень вообще не должна летать так, как она летает. Ну давай уже рассказывай план. Что мне делать, зачем мне это делать? Забал. Победитель вернулся. Да, мать его. Теперь повстанцы смогут продолжить свое дело. Угу. Мне пришлось сделать трудный выбор. Для Амиты данные важнее жизней. Да я знаю. Данные, которые могли и не пригодиться. Вот именно. Выбор был очевиден, брат. Это выбор Махана. Вот именно, вот это именно. Это золотой путь. Дорога, которую указал нам твой отец. Я знал твоего отца. Вот именно. Я уважал его. Вот именно. И принял этот путь. Вот, да, а да. А что тогда насчет Амиты?
Пойми, я не отрицаю ее заслуг. Но лидер должен быть один. Угу. Иначе не достичь цели. Это слова твоего отца. Ну, без Б, я спорить с ним не буду. Тебе надо понять его. Офига, и понять нас. Монастырь ждет. И пошел такой, нормально. Не, ну я с ним согласен полностью. Культурный обмен. Глава у нас начинается. А, это рядом, типа, спал. Слушайте, она же просто рядом будет спавниться со мной сегодня. Так что буду вообще постоянно на ней летать, тоже удобненько, безумно. Безумно удобно, вообще просто. Нахуй никто не били. Будет снег прям-то. Есть. Летается. Это дядюшка Бейган. Как ты там, дорогой племяш? Нормально, я вам живу. Скажи, Аджай, за кого ты болеешь? Что больше влечет тебя? Лотос Амиды? Или дерзкая прическа и волевой подбородок Сабала? К сожалению, Сабал. Каждому свое, но тебе пора выбирать. Признаться, Сабал не в моем вкусе. По моему виду не скажешь, но я вполне себе гетеросексуален. Хида, кстати. И ты лучше всех знаешь, что в этом мире для меня была только одна женщина. Твою мать, фишечки подбегают, а? Вот, сука, не хотел шутить его внешность, но, блин... Честненько, честненько, прям сорвал камень, что ли, души. Ну ладно, ладно, живи. Просто пошути, что ли. Хотя я знаю, что шутить давно было, но все равно. Отнимать, вот. Я не понял. Отнимать всю возможность, просто делать. Что-то вверх-то нашло резко, я ничего не... А, сюда невозможно приземлиться, вы представьте себе. Окей, там машинка здесь стоит, не висеть. А я просто не мог туда приземлиться, вы прикиньте, там запретная зона на полет. Видимо, так, что ли. А, видимо, там стоит зона ОР 116, там нельзя летать. Не. Как сам? Отличный индус. Он отличный парень, только идиотов не любит. Сам увидишь. Еще такой же. Рад, что ты вернулся. Боже, их много, и они одинаковые. И Индия. Заходи, что да, взять с нее? Вау. Не, ну, классно, классно, классно. Здорово. А, сын великого Махана. Да, Сабал, да, сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. Ну да, вроде как. Банашур, бог богов, создал мир песней. Угу. Благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь. Возьми корзину подношений. Ношение? Ух, нифига себе. А чё, где мясо? Карма? Карма? Серьезно? Типа... Свеча — это напоминание, что рост начинается со стремления выйти за рамки. 50 очков кармы. Я понял, как ее зарабатывать. Слушай, дезинтегратор будет моим. Офигеть. Слушай, сколько мне тут не повысит уровень? Привет. Какие слова, какая речь. А ты что такой модный здесь делаешь? Жизнь без эмоций ничто. Но чрезмерные эмоции могут поглотить человека из остатка. Подбасим меня. Боги даруют нам мудрость. Молитвенный барабан помогает очиститься от злых мыслей. Прощай. Прощай. Чё, типа я чистый теперь? У меня карма-класс? Вау, у меня скидки на оружие. Как мне это полезно. Первый уровень кармы только. Слушайте, ну это... А нельзя еще несколько раз пройтись, так нет?
Сабал тебя ценит. Просил, нет, чтобы нет, тебе нет, позволили нет, узнать. За что великий демон Елунг живет в каждом человеке. Он тешит нас сложной надеждой. Коза, которую мы убьем, насытит и успокоит его. Хера себе вы. Реально жестокие. Еще кабана убили так же. Горло перерезали. Ужас. Страшный смерть. Болезненно. Не, ребята, вы, конечно, странные. Мы говорим с духами. Твой отец понимал и вдохновлял других своими делами. Да? Обдумай то, что ты видел. Да я в ахере. Вот что я видел. Да уж, я думал, можно я в шкурку заберу? Нет? А, все, уходить отсюда можно. Или что мне делать? Слушай, фиг знает, что делать. Возможно, какой-то ритуал нужен вообще в индийскую культуру, но... Присел. А, все, можно уходить. Я прав? Я вот обдумал и ушел. Все, наверное, видимо. Видимо, все. Реально, да. Да епт! Корны бабай! Только мы смолись, не трогайте вертолетик, а остальные как будто. Вот я корму сейчас уже опять сломаю. Они разрушают статуи! Кто-то напали на стол с оружием. Нужна подмога. Они пытаются взорвать двери. Блин, мне куда? Двери, не двери, двери херели. Костюм крыло, понимаете? Они ломают статуи. Блять, так как мне вниз спуститься? Какому твою жену? Сейчас все простое. У меня тупое костюм крыло, блин, убери его нахер. А все, уже я провалю задание, не смогу его измерение. Слушайте, это пипец просто, это пипец. Костюм крыло говнище в этой игре. Я не думал, что в третьей части и в четвертой будет настолько он различаться. В третьей части он был полезен. Это часто бесполезное говно. Да стреляйте уже, блин, что стоит. Ломают.
Они разрушают стадо! Солдаты напали на склад с оружием! Нужна подмога! О, канатик, я забыл, что он здесь есть вообще, в принципе. Да, выглядит резко, конечно, не очень удобно. Все, есть, отлично, пожили, молодцы. Возвращайтесь к Раджу, господи. Раджу. Да, Раджу. Не Раджу, Раджу. Или Раджу. Не Раджу, здесь. Да, Раджу. Помните, вот что бывает, когда люди забывают богов. Аджай, могло быть еще хуже. Да, я спасибо. Знаю. Да нет. Трудный обмен, задание выполнено. Привет, Аджай. Здорово. Ты тут что плакала, мать, что творишь? Эм, навыки. Какие у меня есть навыки? Сколько у меня всего их навыков? Тикар. Давление. Так, ну, мне нужны шакалы. Ладно, ребятушки, всем спасибо за просмотр еще одной серии. Пожелаю всем пока и до новых встреч.